Грант в размере 75 миллионов рублей выиграл Моздок на создание комфортной городской среды в Парке Победы. Населенный пункт стал победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Об этом журналистам рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству республики Александр Цалагов. По его словам, комиссия высоко оценила планировку и архитектурные решения, представленные в проекте. Жителей города ждет современная и комфортная зона отдыха. Это и благоустройство. Устроенный пляж у водоема с навесами и шезлонгами, сцена, дорожки для катания на роликах, кафе, информационное сопровождение и многое другое. Уплотятся планы в реальность до конца этого года. То есть это место как новый драйвер развития, как новая интересная точка для Моздока и Моздокского района в целом. Очень важно опыт и успех Моздока масштабировать на наши 4 города. Это, значит, Алагир, Беслан, Ордон и Дигара. Ровно в таких же проектах и практически такие же гранты доступны и для этих городов. Но нужно провести серьезную работу, значит, с жителями, выявить их пожелания. Важно проектировать концепцию проектов благоустройства, которая способна также победить в конкурсе, которую оценить должно жюри.